Это одно из самых опасных и вредных мест производства промышленной компании «Техно» – автоматическая линия по созданию утеплителя. Базальтовый камень нагревает до высоких температур, волокна идут в дело, весь шлам – в отстойник. И снова в переработку. Дым и фенолформальдегидные смолы по сложной системе фильтрации именно отсюда уходят в атмосферу. Здесь, конечно, есть датчики, их около 600, впрочем, принцип «доверяй, но проверяй» – один из основных в работе надзорных органов, поэтому удостовериться в отсутствии утечек старший помощник Рязанского природоохранного прокурора Ирина Артюшанская решила лично. Установки очистки газов, ну и, соответственно, источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух непосредственно трубы. В ходе проверки производится осмотр этих источников, непосредственно производств, производственных установок. Да, будет изучена также и документация разрешительная природоохранная. Соответственно, будет принято решение, все ли источники проинвентаризированы, на все ли источники имеются разрешительные документы, в тех ли объемах осуществляется выброс. Руководство завода сегодня говорит о полной открытости и публичности, отсутствии каких-либо эксцессов на производстве и желании сесть за стол переговоров с общественностью, чтобы не обвиняли огульно. А завод работает по всем экологическим требованиям. Это не просто пылесос, это современная система с контролем фильтрации. Стоят датчики уровня расхода, и таким образом мы контролируем забиваемость фильтров. И в случае незагновения внештатной ситуации мы имеем возможность остановиться на кратковременный и заменить эти фильтра. И все-таки за испорченный воздух кому-то придется ответить. Это твердая позиция природоохранной прокуратуры. Обращения граждан не останутся без ответа. Результат лабораторных исследований, примерно дня 3, на результаты исследований. То есть на этой неделе, к концу недели, в общем-то, мы уже ожидаем результаты, и уже будут сделаны какие-то, по крайней мере, предварительные выводы, но проверка на этом не заканчивается. Запах навоза, на который жаловались рязанцы, привел представителей надзорных органов на Окскую птицефабрику. В районе поселка Александров у сельскохозяйственников обустроено место накопления органических удобрений. И по одной из версий, центр розы неприятных запахов был именно здесь. Но атмосферные замеры и лабораторные исследования пока этого не подтверждают. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».